Dobrý den, právě se nacházíme v Kazachstánu, v hlavním nebo v bývalém hlavním městě Almaty. Nacházíme se na šampionátu Asie. Vedle mě stojí pořadatel a promotér této akce Alexander Kaluka. A my se ho zeptáme na pár dotazů. Moje jméno je Věčeslav, já pocházím z České republiky a jsem tu jako pozvaný rozhodčí prezidentem Santochou. Здравствуйте, нам очень приятно присутствовать на этих соревнованиях. Эти соревнования очень огромные, большие, я впервые здесь. И у меня первый вопрос таков. Помогали ли вам в организации ваши спонсоры, или же это все вашими силами сорганизовано, или же, может быть, и правительство чем-то вам помогает? Конечно, здесь совместные усилия всех структур, соответственно, и государственные структуры подключились, и спонсоры, без усилий всех вместе соревнования бы не прошли на таком уровне. Соответственно, есть единственное препятствие только о том, что государство не успевает за ростом цен, и нам выделяются недостаточно средств. Если так сказать, то на проживание в мегаполисе выделяется, на питание и проживание в мегаполисе одного человека выделяется чуть больше $70. Соответственно, это в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием прокормить спортсмена очень сложно. Поэтому приходится подключать дополнительные внебюджетные средства. Здесь, конечно, и личные средства подключены, те, которые возможно подключить было. А какую-то, хотелось бы, конечно, больше, но очень небольшую часть дали наши спонсоры, помогли. Ну и здесь было еще очень важное участие просто людей, человеческие руки, глаза, уши, ноги. Это те люди, которые просто так приходили и делали какую-то часть работы бескорыстно абсолютно. Просто из-за того, что они любят это делать. Не потает, поэтому не делают. Значит, большинство поддержки это были ваши силы и ваши спонсоры, которые мы видим прямо сейчас на логах, вот баррелы этих соревнований. Это так, да? Ну, здесь нельзя говорить о каких-то, мы не подсчитывали конкретные бюджеты, я сейчас не могу вам сказать конкретные цифры, точные, потому что чемпионат еще идет и финансы еще расходуются. Мы еще не подбивали итоги, не подводили, то есть если кто-то когда-то проводил подобные мероприятия, он понимает, сколько денег уходит в день, ежедневно, ежечасно. Поэтому на сегодняшний день без поддержки государства проведение, конечно, было бы невозможным. Хотелось бы, чтобы она была полнообъемным, но за что есть и на том спасибо. Я за себя могу только сказать одно. Я ездил много по соревнований. В Казахстане нас встретили очень тепло. Встречают всех спортсменов. Отель на высшем уровне, еда отличная, трехразовое питание. Спортсменам привозят еду прямо в зал на соревнования. То есть все, что нужно для спортсменов, здесь организация была на высшем уровне. Сейчас я это переведу все на чешский язык. První dotaz jsem se zeptal v podstatě pana pořadatele, zda jim pomáhá někdo s financema, jestli to dělal sám, anebo má jinou možnost. Na což nám odpověděl, že v podstatě všechny síly získané jsou z jeho zdrojů a jejich sponzorů a stát pomáhá tím, že dal $70 na jednoho sportovce, což říká je absolutně minimum, protože ten hotel je čtyřhvězdičkový a jenom aby tam ten sportovec se najet a žil po dobu celého šampionátu, stojí daleko více. Ale i přesto všem děkuje a snad se nám ten šampionát líbil. Další otázka, já se chci zeptat na tým Kazachstánu, zda je silný, kolik je tam lidí a tak dále. Следующий вопрос у нас будет следующий в том, что мы хотели бы спросить про вашу команду, именно казахстанскую команду, сколько там человек, сильная ли эта команда и кого вы видите, может быть, как чемпиона, призеров или же кто-то у вас в финале есть. Спасибо. Ну, значит, у нас в этом году одна из самая многочисленная команда, которая участвовала в чемпионате Азии, это 24 человека. На сегодняшний день она сильна нашими девочками, скажем, нашей слабой половиной человечества, мы сильны. Ну, так получилось. Наши девочки в прошлом году на чемпионате Азии завоевали, не только девочки, вся команда завоевала 11 медалей, но, конечно, большинство из них были завоеваны нашими девочками. Здесь у нас, конечно, доминирующие позиции в женском бодибилдинге.
Абсолютно. Мы там надеемся только на золото, плюс еще абсолютно, и даже, наверное, мы не рассматриваем других вариантов. Может, это чересчур самонадеянно, но это так оно и есть, да, это правда. Кроме этого, всего прочего, Жишка, естественно, фитнес наши девочки, естественно, боди-фитнес. В Казахстане у нас очень красивые девочки. Очень хорошо работает. Соответственно, у нас есть сейчас финал практически во всех номинациях. В финале представлена наша сборная. А там покажет финал. Спасибо. Вы сказали, какая команда, сколько человек? 24 человека. Teď jsem se zeptal v podstatě, jak je velký tým a na koho sázej a kdo u nich je želízka v ohni. Pan mi odpověděl, že mají největší tým, kdy zatím měli, je to 23 závodníků. Na minulém šampionátu měli nejsilnější tým, nebo nejsilnější, že nejsilnější v týmu byly jsou ženy. Tak tomu i teď. Minule měli 11 medailí a teď s tím počítají naprosto stejně. To znamená, že říká, že vidí to na zlatou medaili, dokonce počítají s absolutní vítězkou v kulturistice a že to jinak nevidějí, což jim držíme pěsti a opravdu mají silný závodnice v kulturistky a fitness. Огромное вам спасибо за ваш разговор, спасибо за информацию. Мы Казахстану, вашей команде держим все пальцы, как у нас говорят, кулаки, и надеемся, что вы выиграете, и что все будет у вас хорошо. Вам огромное спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы нас поддерживаете. Огромное спасибо. Спасибо.